ратинда та та ти ратиндари та ти ратинда та та ти ратиндари та ти ратиндари. Всем привет и добро пожаловать на канал о сериалах, про сериалы и за сериалы. И именно за сериалы мы сегодня и поговорим. А если быть точнее, то я бы хотел познакомить вас с новой рубрикой. И в чем суть этой рубрики? А суть этой рубрики в вас, дорогие друзья, в ваших мечтах, идеях, креативах и фантазиях. Ведь если не у каждого, то у многих было такое, что вы читали какую-либо книгу, смотрели какой-либо фильм или играли в игру и думали, блин, а из этого можно было бы что-то снять, например, неплохой сериальчик. Или же, смотря тот же сериал, вы думали, блин, вот этих актеров я бы убрал отсюда и поменял их на своих любимых актеров. Или же вы хотели бы поменять локацию в сериале, или может быть даже сюжет, время года. В общем, к чему я веду? Пишите в комментариях ваши мысли, фантазии и идеи, а в следующем видео этой рубрики я озвучу самый интересный, на мой взгляд, комментарий. И также прочитаю комментарии, которые вы выберете сами лайками. Но предупреждаю сразу, комментарии типа «Пиздец нахуй, блять!» я зачитывать не буду, сколько бы под ними лайков не было. Ну и в дальнейших видео после ваших комментариев я буду озвучивать свои сериальные желания. И да, ничего не имею против критики в их адрес. Но также будьте готовы, что я буду высказывать свое мнение насчет ваших желаний. Ведь у нас у всех есть право голоса. А то мало ли вдруг кто-то хочет увидеть сериал про то, как... Не знаю, Супермен вышел замуж за Локи, и у них родился Вижн. Чего, блин? Как в таком случае можно промолчать? И вы должны понимать, что эта рубрика для того, чтобы высказаться и быть услышанным. Напоследок я выскажу свое первое сериальное желание, которое с недавних пор крутится у меня в голове. И желание мое таково, что я бы хотел увидеть продолжение всеми любимого с детства мультсериала «Джеки Чан». Стойте, подождите, не кидайтесь тапочками. Я бы хотел увидеть именно что не ребут, а продолжение в виде сериала с живыми актерами. Скажем так, сериал про похождения Джейд. А что, Джеки Чан еще не так стар. Можно найти подходящих актеров по типажу к дядюшке, к борцам, ко всем злодеям. И снять такую лайф-адаптацию мультсериала. Не отменяя старых канонов, дать мультсериалу новую жизнь. Что-то вроде Лары Крофт, только с Джейд в главной роли, с новыми приключениями и отсылками на мультсериал. Что ж, вот таким маленьким желанием хотела сегодня с вами поделиться. Жду ваших идей, мыслей и креатива в комментариях. А с вами был Кин, всем большое спасибо за просмотр, желаю вам только интересных сюжетов и пока!